В Одессе отметили День вооруженных сил Украины. В торжественной церемонии в парке Шевченко приняли участие представители города и области, военные ветераны, духовенство и общественность Одессы. По традиции к памятнику неизвестному матросу возложили цветы и венки. Церемонию на Аллее Славы сопровождал оружейный салют и военный духовой оркестр. Приветствуя личный состав украинского флота, Сергей Гайдук, командующий военно-морских сил Украины, пожелал военным морякам успехов в выполнении поставленных задач по защите страны со стороны моря, а всем ветеранам здоровья и долгих лет жизни. Для діючих військовослужбовців побажання одне – це успішне виконання поставлених завдань в зоні антитерористичної операції, виконання завдань в Одеській, Миколаївських областях. Побажання одне – нашій державі, всім військовослужбовцям перемоги, сім'ям миру і благополуччя.